общем, впечатление от Pro-KG вообще невероятное, если честно. Pro-KG превзошел мои ожидания. В плане того, что я думал, что будет такой же, такая же банальная конференция, как и обычно, после которой ты уходишь с парой техник. Но здесь намного больше. Моими самыми сильными впечатлениями здесь были, во-первых, ребята очень крутые и мотивированные на реально высокие вершины. И, во-вторых, это наши члены Pro-KG, которые делятся очень классными знаниями и своим опытом. Pro-KG был жаштардын аянчасы деп айтсам тура болот. Pro-KG жаштарга ушундай сонун нерселерди берет. Ар дайым биз алдыга жана алдыга жылыш үчүн. Я получила кучу эмоций, приятные ощущения и знакомство со множеством людей, которые меня мотивируют, дают уверенность и понимаешь, что ты все можешь. Познакомившись с успешными людьми, я поняла, что у них тоже есть страхи. Страхи есть у всех, но мы должны использовать их как ресурсы. Мне очень понравились эти 3 дня, они были очень сильно продуктивными, как для меня, так и для всех остальных, я думаю. Что специфично мне понравилось, это спикеры и их сессии. Спикеры необычайно вдохновляющие, и они как бы не только раскрывают нам какую-то правду, но и они раскрываются сами. Программа Pro-KG, наверное, одно из самых живых мероприятий, на которых я участвовал. Первый же день, как мы приехали, получается, я с ребятами со всеми познакомился, и мы сразу провели тимбилдинг. На следующий день мы с утра начали пробежку, а потом уже медитации на берегу озера Иссык-Куль. И это все помимо того, что мы обучались, проводили разные сессии, и на сессиях обычно, получается, теорию нам вливают, да, то, что можно, в принципе, найти в интернете или прочитать книжку. Но здесь каждый спикер пытается внести что-то свое, он пытается внести свой опыт, то, что у него получилось. Конечно, они сразу предупреждают о том, что нужно иметь критическое мышление, анализировать это все и проводить через свою призму, но все же это просто классный опыт. Больше всего мне понравилось то, что и ребята, да, лидеры, которые смогли нас воодушевить, и с помощью их живых, оригинальных примеров мы сумеем вдохновить свою молодежь, в регионах, возможно, я сама тоже смогу внести этот вклад и, будучи таким же лидером, сумею вдохновить их тоже. Ну, самое крутое, то, что для меня было, это то, что мы собрались с такой передовой, можно сказать, молодежью, и Pro-KG для меня стал таким нетворкингом, сгустком огромного потенциала. Познакомившись с ребятами, я надеюсь и более... Я уверен даже, что можно это превратить во что-то большее. Я попал на Pro-KG, можно сказать, даже случайно, однако здесь произошло то, о чем я мечтал долгие годы. С начала моего бизнеса, с начала всех моих каких-то путешествий, я всегда, всю свою жизнь мечтал найти команду, которая будет настолько же вдохновлена, настолько же захочет помогать стране, как и я, настолько же будет смотивирована делать нечто большее, помогать стране и развиваться с каждым годом. Моя мечта сбылась буквально вчера, я был очень счастлив, это был самый счастливый день в моем году. Не могу сказать, что в жизни, в своем году это был самый счастливый день. Я встретил единомышленников, мы нашли друг друга, и мы верим искренне, что мы будем расти вместе, общаться и развивать наш город, и делать этот мир лучше шаг за шагом. Это было самое лучшее событие, которое могло со мной произойти в этом году. И я надеюсь, что Pro-KG будет также расти, и мы как сообщество будем делать максимум, чтобы выйти на новый уровень. И за эти 3 дня у нас происходят колоссальные изменения в нашей жизни. Мы тут развиваемся духовно, интеллектуально и физически, и это очень классно по мне. И самое главное, я считаю, что ты — это арифметическое среднее того, с кем ты общаешься, с кем ты дружишь. И самое главное, что у нас тут — это самые амбициозные, самые прогрессивные, самые лучшие ребята со всего Кыргызстана. И мы собрались на одной площадке, и каждый профессионал в своем деле. И меня это очень радует, потому что мы будущее Кыргызстана, и мы будем вкладываться и работать над тем, чтобы делать нашу страну лучше со всех сторон, и мы будем созидать, творить и делать друг друга лучше.